Всем добрый день. Наконец-то я вышла в интернет со своим видео. Долго меня не было дома. Была в долгой поездке. Ездила к своей маме в Оренбургскую область. Ну и вот привезла с той поездки... Не, это, конечно, не фирменные павлопосадские платки, но аналоги этих платков. И вот прям нет у меня терпения, хочу поделиться с вами, показать вам свои покупки. На себя их не буду как бы набрасывать ни на плечи, ни на голову, потому что, повторюсь, только недавно с дальней дороги, простуженная. Но тем не менее, хочу показать вам свои платочки. Покупкой своей довольна. Единственный минус, что рисунок кругом одинаковый. Ну, я оставлю себе пару платочков, а остальное раздарю, и будет все нормально. Значит, вот небольшой платочек размером, по-моему, 90 сантиметров. Значит, что еще мне в этих платках, как говорится, приманило? Цена. Цена просто смешная. Если большой платок больше метра, там 1,05 м стоит 290 рублей, то вот этот чуть меньше метра, он, правда, без кистей, стоит, по-моему, 160 рублей. Рисуночек кругом четкий, прям вот нигде нету никакого брака. Вот такие вот цветы. На фирменных павлопосадских платках, это я знаю, пишут и название платка, пишут художника. Здесь простая этикеточка, написана «Платочная мануфактура». Второй платочек синего цвета. Синий, голубой, горчичный здесь присутствует, розовый. Ну, очень мне платок нравится. С кистями этот платок. Кисти, правда, немножко вот ниточки вылазят. Но я же портниха, что-нибудь придумаю. Может быть, еще раз здесь прострочу, чтобы кисти держались хорошо. А вообще, очень довольна всеми этими платками. Вот рисунок настолько четкий. Вот просто вот сердце радуется. Вот такой платочек. На этикетке написано 6-80%. Это как бы от другого платочка. Ну, на этом платочке такая же была этикеточка. Шерсть 80, вискоза 20. И вполне возможно, что эта этикетка соответствует качеству, потому что платочки помялись в дороге, я их погладила. Следующий платочек горчичного цвета. Читала в интернете, что горчичный цвет в этом году в моде. Здесь вот такие небольшие кисточки. Правда, вот по краям кисточки какие-то, ну, не нравятся мне. Такие вот длинные. Буду обрезать их. Да, ну и вот, как говорится, поверила интернету, что такие платки в моде, и купила даже два горчичных платка. Этот около метра, а второй поболее метра. Этот платочек побольше. Здесь на этом платочке тоже были вот такие вот, значит, кисти. Не поверите, но когда у сестры сумку свою перебирала в дороге, как говорится, иголка тяжелая, решила кисти эти отрезать. Они такие тяжелые, прям вот тяжелые. И оставила у сестры. Думаю, потом когда-нибудь заберу. Вот такой платочек. Впереди Новый год, так что проблему я с подарками решила. Вот такие платочки. Так, ну и последний, пятый платочек. Тоже больше метра. Тоже с кистями. Здесь вот такой прям вот спелая-переспелая вишня. Потом идет сиреневый фон.
Очень довольна этими платками. Ну и вот таким образом сделала вам маленькую подсказку. Если не знаете, что подарить своим близким, сестрам, мамам, невесткам к Новому году, думаю, платок это будет прекрасный подарок. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. С наступающим Новым годом вас!